До самого главного праздника российского календаря, Дня Победы, остается совсем немного времени, а успеть надо очень многое. И как это всегда бывает, из вихря событий взгляд выхватывает самое главное – лица ветеранов. Юные, открытые, жизнерадостные уходили они на фронт, а возвращались взрослыми и даже постаревшими. Так случилось с Александром Васильевичем Рыбаковым. Осенью 1941 года Александр Васильев пошел в 10 класс и практически одновременно на курсы истребителей танков при военкомате. А уже в марте 1942 получил повестку. Потом была учеба в Краснодарском минометном училище, и в июне Александр в составе курсантского полка прибыл в Сталинград. Подчинялись курсантские полки непосредственно командующему, и задача их была оказывать поддержку другим воинским формированиям. Когда 62-я армия попросила нас, говорит, левый фланг, немцы бросили большие силы, помогите. Вот мы пошли и разгромили эту группу и отодвинули их назад на 10 километров. «Пошли и разгромили» звучит прозаично, особенно 70 лет спустя. Но сегодня каждый человек, не только военный историк, знает, какой ценой досталась победа в Сталинградской битве. Александр Васильевич, получив контузию и осколочные ранения обеих ног, 7 месяцев лечился в госпитале и, считает, еще легко отделался. В нашем училище было 2500 курсантов, а в армии было 4 курсантской полка по 2500, это 10 тысяч. И 15 число, это как командующий уже сказал, из этих 4 сделали один полк 1000 человек. 9000 человек потеряли мы за Сталинград на сентябрь месяц. Потом Александр Рыбаков принимал участие в Курской битве, освобождал Белоруссию, дошел почти до Берлина. В маленьком городке на берегу Эльбы и встретил победу. Уже в 2 часа ночи, 9 числа, телефонистка выходит и говорит: «Ребята, война кончилась, победа!» Мы сразу на велосипеды, а то пешком не ходили, у всех велосипеды были. И на велосипеды, и свою часть по тревоге подняли, все скинули. Что такое, что такое? Мы говорим: победа, все. Ну, старшина сразу за лошадь, запряг у нас была лошадь, перевозили эти катушки связи. Вот, и а город там был пустой, немцы же куда-то уехали, боялись нас, русских. Он бочку вина погрузил, вот там поросенка одного взял, привез, давай, говорит, повар готов завтрак. Вот так мы отмечали победу. Вернувшись с войны, Александр Васильевич пошел работать на электроаппаратный завод. В его трудовой книжке, не считая, конечно, поощрений и благодарностей, всего 2 записи – принять и уволить в связи с выходом на пенсию. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.